Друзья, всем привет. Peugeot 5008. Восстанавливаем машинку после небольшого ДТП, крыло-бампер. Вот, первый раз разбираю такой автомобиль. И как бы, если бы не поломанное крыло, то, в принципе, пришлось бы помучиться со снятием бампера, так сказать. Вот два болта, пластмасса разломана. Здесь типа пластмасса, типа направляющая бампера. Все разломано. Вот они, два болта. В теории, если бы машина была целая, необходимо было снять бампер, то эти болты один только виден. Вот он. То есть второй болт находится вон там, он чуть-чуть на себя и выше. Вот, их необходимо снимать. То есть разбираем и снимаем сверху. Тут все видно, саморез, клипса, саморез. Здесь сухарики, вот здесь вот защелкиваются, это тоже все понятно. Снизу вот такие вот саморезики, сколько их там штук, 4, 5 плюс 3, 8. Вот. Все, больше его ничего в принципе не держит, только вот эти вот бока. Сухари, так сказать, очень сильно держат. То есть Peugeot здесь по-своему все сделано. И как бы не зная, что крутить и куда лезть, будет достаточно проблематично. Поэтому все, откручиваем вот эти два болта и рассмотрим, что там за пластмассина и механизм. Так, выкрутили мы те два болта. Вот они. Вот у нас здесь все начало шевелиться, но непонятно, как вот здесь вот разъединяется. Поэтому вот здесь один видимый болт был. Вот он. И вот этот вот болт с широкой шляпкой был вон там, ближе к клюву крыла. Сейчас через эндоскопчик попробую показать место. Туда вот за пластмасской он был. Вот, смотрим, тоже не просматривается. Вот его место. То есть тоже вот эндоскоп помог. Вот. Сейчас будем как-то тут разбирать. Непонятно, все раскручено. А, сдвигать тут что-то надо будет. Сейчас я разберу и потом прокомментирую. Итак, сняли мы с трудом вот эту вот пластмассину. Вот, вот он болт, который в углу стоял в дюбе крыла с широкой шляпкой. Вот дальше вот этот вот механизм нужно было вот так в сторону отводить. И вот так на себя вытягивать. Когда в сторону отводишь, чтобы это была возможность отвести, пришлось вот это все дело вот, вместе с крылом максимально оттопыривать. Вот, на себя, чтобы был люфт, так сказать. Вот, дальше тоже не разъединяется все так, сухарики крепко держат. Сейчас будем, скорее всего, что вот здесь сухари, вот они сверху черненькие, и мы их будем отверточкой приподнимать вверх, чтобы отщелкнуть эту всю систему. Проще не могли, конечно, придумать. Так, это какой-то кошмар. Короче, а первый сухарь отщелкнул. Вот он. Вот она сдвинулась чуть-чуть. До второго там вообще практически не добраться. До третьего. Второй сухарик вот здесь вот находится. И третий где-то там в самом конце. Это какой-то ужас. Вот оттягиваешь.
оттягиваешь отчелкнутый сухарь, второй сухарь тянет бампер вовнутрь. Наверное, французы делали машину, чтобы бампер снимался вместе с крылом, я так понимаю, потому что проще уже вот здесь вот крыло открутить, все болты на виду, и снять бампер вместе с крылом. Это ужас какой-то. Ладно, сейчас еще с сухарями повожусь. Фара тоже как бы не сильно вынимется. Упирается вот здесь вот в бампер. Еще вот это дело. Вот эту вынял фару, потому что тут у нас разбита сторона. Все поломано. То есть вот здесь вот эти все штуки не дадут как бы из-за бампера выняться фаре. Да, самая удивительная машина за весь мой опыт. Так, есть результат. Вот они. Вот болт держал бампер. Вот он. Этот пластмасску черную держал. Вот здесь стоит. Вот эти два болта стояли здесь. В итоге я сухари чуть-чуть другие, вот они, вот сухари, они очень сильно держали, как бы не получилось, ну, снаружи просто без помощи, без надавливания там сзади на вот этот вот усик, вот он, пришлось отверточкой поддавить, то есть очень сильно держат сухарики вот эти. И все, бампер снимается, так что, народ, на заметку. Вот сухарь, получается, находится, вот первый, вот здесь, вот он, напротив ушка, вот оно торчит, ушко, и вот второе ушко торчит, и под ним. Если не выщелкивается, значит нужно помочь. И все снимается. Все, скидываем бамперок. Все, бампер снят. Вот фишечка, которая последняя не давала сняться. Вот как-то так. Может быть, пригодится кому-то. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.